Привет, друзья, канала Фишинг. Сегодня с вами разберемся в лучших крючках для ловли карпа способом Carp Fishing и Flat Method Feeder. Не поленился, провел для вас опрос, провел целое исследование, ездил на соревнования. Кто подписан на канал Фишинг и следит за моим творчеством, тот об этом знает. Итак, друзья, перейдем к крючкам. Сразу давайте по форме. Форма White Gape — это 99,9% случаев то, что я вижу, на что рыбачат рыбаки. Ну и это, конечно же, заслужено, потому что форма White Gape самая универсальная, самая засекаемая, самая. Ну, это уже, наверное, мое мнение. Так, ну перейдем. Третье место занял крючок от компании Gamakatsu. Я себе шпоргалочку сделал. G-Carp специалист. Работал я, рыбачил с этими крючками. Там есть, если я не ошибаюсь, три вида, может быть и два. Ну, суть в том, что один цвет камуфляж такой, не знаю почему назвали камуфляж, он такой светло желтый, светло-песочный. И второй тупо такой зеленый. Вот, два точные. По-моему, еще есть просто черный, банальный. Довольно неплохие крючки, довольно зацепистые. Мне не понравилось в них то, что вот эта краска постоянно слазит. Ну, есть такие проблемы, особенно в месте оплетки, узел ослабляется. Но это, опять же, мои тараканы, друзья, вы можете согласиться или не согласиться с этим. Третье место — Gamakatsu G-Carp специалист. По-моему, заслуженно, потому что все-таки цена адекватная на них. Второе место — Hayabusa K1. По-моему, я тоже давным-давно пробовал эти крючки. Что-то мне тоже не понравилось, даже не вспомнил. В общем, отказался я от них, но тем не менее, по опросам, по тому, что я видел на соревнованиях, Hayabusa довольно неплохо и часто используют. Hayabusa K1. Много сказать о этих крючках не могу, но статистика — вещь суровая. И, друзья, первое место — PB Product. PB Product, или как там, ну короче, суть в том, что вы поняли. Jungle. Серия крючков Jungle. Тоже видел на соревнованиях. Знаю, что спортсмены некоторые используют их успешно. Единственное, что, по-моему, у них нету то ли восьмого, могу ошибаться, восьмого номера, но не суть. Суть в том, друзья, что я этими крючками не ловил, я не пробовал, руки что-то не дошли, но, опять же, статистика вещь суровая, самая суровая. Наша статистика самая суровая, друзья. Вот, поэтому PB Product Jungle первое место. И я сейчас вам расскажу о крючках, которые использую я, которые поставил бы я в топ. И мне даже очень удивительно, что они не заняли никакого места из этих трех. Я использую крючки Korda White Gape, не X, не XX, там есть такие модели, никакие не кренки, а... Ой, не кренки. Камакура есть там еще, тоже White Gape, но более дорогая модель. Банальный White Gape. Korda White Gape. Почему использую? Потому что с ними у меня самый маленький процент сходов. Минимальный. Даже, ну, очень-очень минимальный. В чем это связано, друзья мои? Связано это с тем, что я просто с этим крючком разобрался. Я не говорю, что он лучше или хуже, я просто разобрался с этим крючком. Я пробовал разные и дешевые, и дорогие крючки, но именно вот с Korda White Gape обороты, наверное, я как-то так правильно делаю, насадку одеваю, длину волоса подбираю, наверное, правильно. Ну, в общем, это тот крючок, с которым я разобрался, у меня минимальный процент сходов. И я рекомендую вам поступить так же. Не иметь в арсенале там миллион крючков, миллион разных фирм-производителей. Выберите один, ну два, разберитесь с ними, будет вам, друзья, счастье. В принципе, вот такое вот коротенькое видео получилось. Напишите, пожалуйста, друзья, у нас жара, извините, я чуть-чуть туплю. У нас жара невыносимая стоит. Напишите в комментариях, какие вы крючки используете и почему.
Потом, еще хочу напомнить вам, друзья, что у канала Фишинг в этом году появились партнеры постоянные. Постоянные партнеры. Ну, скажем, даже не партнеры, а производители. Три производителя и один магазин, которые с удовольствием дают скидку подписчикам канала Фишинг. Если вы не подписаны еще на канал Фишинг, обязательно подпишитесь. Вы звоните в эти магазины, делаете заказ и получаете прекрасную скидку. Первое, это корабли Фантом, Фортуна и Фурия. При заказе говорите, что вы подписчик канала Фишинг, получаете скидку. Второе, сумки, чехлы, тубусы, все, в чем тарабанить свой скарб на рыбалку, Фишер компания. Звоните, заказывайте, при заказе указывайте в комментарии к заказу. А Фишинг, ну, по желанию. Можно что угодно из этого. Лучше при звонке, так будет оптимально. Получаете приятную скидку. Третье, друзья. Лерой. Тоже сумки, чехлы, тубусы. Все, что угодно, в чем тарабанить свой скарб на рыбалку. Звоните, говорите, а Фишинг. Получаете скидку. И четвертое, магазин, в котором я чуть-чуть работаю, скажем так. Не мой магазин, потому что уже слухи пошли опять, что Димон открыл себе магазин там. Это не мой магазин, это магазин моих друзей. Fluat.com.ua. Есть все, от бюджетного сегмента до топового. Тоже звоните, говорите о Фишинг, получайте скидку. Быть подписчиком канала Фишинг не только интересно, но и выгодно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Жду от вас комментариев. До встречи на рыбалках и канале Фишинг. Пока.